сейчас скажу. Только что имел общение со своим партнером по телефону и услышал от него, что он после 2 месяцев участия в проекте, в бизнесе, несколько разочарован. Он потрясен тем, что дела идут не так, как ему казалось, должны идти. Он потрясен тем, что бизнес строится не так быстро, как ему хотелось бы. Он ищет причины, почему это происходит. И он совершенно не хочет видеть, что он не работает. Послушайте меня, что я сейчас вам скажу. Если вы начали дело, и на первых порах у вас появились трудности, то это хорошо. Если вы все время процветаете, и все вам дается легко, то это хреново. Если у вас появились трудности, и у вас что-то не получается, вы бьетесь, а оно не получается, то это отлично. Это значит, вам специально Бог ставит препятствия, чтобы определить, кто вы, каков ваш характер и сколько денег вы заслуживаете получить в будущем. Работайте, мать вашу, работайте, 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 работайте. И вы разбогатеете.